И хиппи отрекались, они отрицали от ценностей своих семей. But nowadays, people are very tight with their families. Но сейчас люди очень тесно общаются со своими семьями. And they follow the same path. И они идут по проторенной дорожке. Go to college, get a job, get a family, make a lot of money. Университет, хорошая работа, жениться, заработать кучу денег. It's difficult to preach to materialists. Сложно материалистам проповедовать. It's a lot easier to preach to hippies, especially when India was, the mystic of India was very prominent. И хиппи проповедуют легче, особенно когда в тот момент царил такой дух мистицизма из Индии. Nowadays, nobody cares about India. Сейчас до Индии нет никому никакого дела. Or mysticism. Или до мистицизма. Except for a few people where I live. Ну, кроме нескольких людей в том месте, где я живу. Санта-Барбара, Калифорния. The land of the omniscient. The land of the omniscient. Это такая была земля злых людей. Because everybody thinks they know everything. Потому что страна всеведущих, знающих, простите, пожалуйста, потому что все знают, что все думают, что они знают все. Yeah. So it's hard to preach to someone who knows everything. И сложно проповедовать тому, кто знает все. So you have to give them something that they don't have. Поэтому нужно им дать то, чего у них нет. And you have to present Krishna consciousness in a way that is palatable to the ears. И нужно представлять сознание Кришны так, чтобы это воздало им слух, чтобы они могли слушать об этом, и было интересно. Yeah, in California, if you give someone a pakora dripping with oil or ghee, they will not touch that. Если в Калифорнии кому-то предложите покору, с которой капает ги, то они к этому даже не прикоснутся. Если вы еще это намажете сметаной, they will run. Они просто удерут. You have to give them steamed vegetables with a little, you know, sesame oil. Надо им подавать приготовленные на пару овощи с очень редкими маслами. And everything natural and organic. Все должно быть естественным, природным, органическим. It's just the presentation. Это просто то, как вы это подаете. Inside, they're all the same. А что касается внутренних аспектов, это то же самое. They are not happy and they want Krishna, but they don't know it. Они несчастные, им нужен Кришна, но они об этом не знают. So what would Prabhupada do? I'm not Prabhupada, but he will change the strategy and do something. Make it available. Make Krishna consciousness appealing to everyone. Что бы сделал Шрила Прабхупада? Ну, я не знаю, но он бы изменил стратегию, он бы сделал бы так, чтобы сознание Кришны могло достучаться до каждого. More questions? Есть еще вопросы? Повторить вопрос? Да. Мне не хватает вкуса для чтения книг Шрилы Прабхупады, и как поддерживать этот вкус, особенно если нужно читать книги Шрилы Прабхупады примерно час в день. I'm lacking a taste for reading Шрилы Прабхупады's books, and how to maintain this taste, because we know that we should read about 1 hour a day. Are you reading anything? А вы что-то читаете? What are you reading? А что вы читаете? Mostly I read the materials associated with my studies and my job. What's your study? А что вы учите? Well, at least it's not the Bolshevik manifesto. Ну, по крайней мере, это не манифест большевиков. It's not so far. Так что не очень вы далеко ушли. Yeah, that'd be nice. I go through phases where I read a lot of Prabhupada's books or Acharya's or, you know, devotee books. У меня бывают периоды, когда я много читаю книг, много книг Шрилы Прабхупады, Ачарьи, старших преданных. And periods that I don't read. Не бывают времена, когда я не читаю. It's okay, I live with that. Ну, ничего, я как раз этим живу. I don't torture myself. Я себя
не мучаю пытками. You see, too much negativity may affect your consciousness too. Понимаете, если вы будете слишком много сталкиваться с негативом, то это повлияет на ваше сознание также. If you put a lot of, you know, donkeys can carry a lot of load. Знаете, ослы могут унести много груза. But if you put too much, they can't carry it. Но если вы слишком много на них навалите, то они просто не смогут двинуться с места. So no use to beat them at that point. И уже к тому времени нет смысла их колотить. They just can't carry that. Они просто не в состоянии унести столько веса. So we have a certain quota that we can reach. И у нас есть определенная квота, определенные показатели, до какого мы можем добраться. Before we feel overloaded. И до того момента, как мы почувствуем, что для нас это уже слишком много. So you can beat yourself all day long and still won't read. Поэтому можно себя колотить целый день и все равно вы не прочитаете ни строчки. Or even if you read, you won't remember anything. Или даже если вы будете читать, то вы ничего не запомните. Or you won't have any taste. Или же у вас вкуса не будет. It should come a little more naturally than that. И это должно прийти более естественно, чем таким вот насильным образом. Give yourself a little credit. Немного спокойнее относитесь к себе. You read Prabhupada's books. Вы читаете книги Шрилы Прабхупады. To a certain extent. Похвалите себя немного. Вы определенным образом читаете Шрилу Прабхупаду. You will be less, in the future you may be less busy and the taste may come back. В будущем, может быть, у вас не будет столько дел, и этот вкус вернется к вам. I was eating some Italian dish one day. Однажды я ел какое-то итальянское блюдо. And it had pine nuts. И в нем были орехи. And there were a type of pine nuts. The pine nuts from Italy and Spain, they're fine, but the Chinese ones, there's a type that is a little toxic. It's not good. И орехи, которые растут в Италии и в Испании, они нормальные, но те, которые из Китая, у них есть немного токсинов, они не очень полезны. And they give you a sickness called pine mouth. И от этого у вас проявляется болезнь, которая влияет на ваш рот. So, for 2 weeks after I ate that, those pine nuts, everything tasted bitter. И 2 недели после того, как я поел этих орехов, мне все казалось горьким. Food, fruit, water, everything tastes like as if I was chewing on aluminum foil. У меня было впечатление, как будто я жевал алюминиевую обертку, что бы я ни ел, это были фрукты, вода, вообще все что угодно, мне давало привкусом алюминия. И никакого исцеления для этого не было. Не было никакого лекарства. There's only one thing you can do. Есть только одно, что вы можете сделать. You have to wait until it goes away. Просто надо подождать, пока пройдет. So you have pine mouth right now. И вот у вас сейчас как раз такая вот болезнь. Just wait. Просто подождите. Don't go away. You'll get a taste back. Это пройдет, и у вас вкус пробудится снова. Prabhupada's books are not novels that you use, you know, you want to know who was. Who the murderer was and you know, all the romance and all that stuff. Книги Шрилы Прабхупады это не романы, там где вам надо разобраться, кто же убийца или какие-то там романтические произведения. Все книги Шрилы Прабхупады это нечто другое. They're not easy to read. Их читать непросто. There's a lot of philosophy and a lot of Sanskrit and a lot of other stuff. Там много философии, много санскрита, много всего такого. You have to be in a certain state of mind to read them and enjoy them. И для того, чтобы читать книги, для того, чтобы получать от этого радость, у вас должен быть определенный уровень сознания. Yeah, but you have the bitter taste, so you can't get it right now. Но сейчас вам все кажется горьким, и поэтому вам сложно получить этот вкус. Don't beat yourself, don't torture yourself. Но снова не нужно себя за это мучить, не нужно себя за это бить. Well, it's time. The time is up, the disease will be over, and you'll be fine. И когда придет должное время, то ваша болезнь закончится, у вас все будет хорошо. You can try to force yourself. Можете, конечно, попробовать себя силой заставить. I would. Но я бы не стал так делать. Just leave it. Просто живите с этим. Yeah. Like this Mataji here.
She just told me that the first time she came to the temple, I was giving a lecture in Kharkov. Как вот Матаджи, она мне рассказала, что когда она первый раз пришла в храм в Харькове, то я давал лекции. So I asked, did you understand anything? Я ее спросил, а вы что-то поняли? She said, no. Сказала, нет. Not a word. Вообще ни слова не поняла. She's still here. Ну вот она до сих пор здесь. Hopefully she understands now. И надеюсь, что сейчас понимает. Yeah, there you go. So it went away. Да, вот посмотрите, просто чуть-чуть подождать надо. Yeah, so it's layers of ignorance and things that, you know, they're floating around and you just can't get through. Да, бывают такие оболочки невежества, которые находятся вокруг нас, и сквозь них очень сложно пробиться. Kalosmi Varatarshava, time I am, I destroy everything. Я разрешаю все, как время. So the darkness of ignorance will also be destroyed. И тьму невежества также уничтожим. And the light will come back. И свет вернется. It's like life in Ukraine. The light goes off. It will come back. Как жизнь в Украине? Свет выключают, потом его включают. So how do I fix my faith and how do I make it stronger so that when I associate with materialists, nothing will deter me from spiritual mode? That's a very difficult. Not to associate with materialists, it's difficult. They're all over the place. Это очень сложно. Вам все время приходится общаться с материалистами. They're everywhere. Они везде. They outnumber us. И они нас превышают по количеству. By a long shot. И очень сильно превышают в количественном плане. You just have to keep your sadhana strong. Нужно просто укрепить свою садхану. Chant your rounds, worship the deities, associate with the devotees, offer your food. Повторяйте круги, поклоняться божествам, общаться с преданными, предлагать пищу, которую вы едите. And pray. И молиться. Prayer is one of the processes of bhakti. Молитва — это один из процессов бхакти. You are not alone. Вы не одни. Krishna is with you at every moment. Кришна с вами в любой момент. Yeah. Before I take your question, I would like to announce that tomorrow, I believe, the session is going to be somewhere else. Прежде чем я отвечу на еще один вопрос, насколько я понимаю, завтра семинар будет проходить в каком-то другом месте. It's going to be in the Lotus Building, I think. Мне кажется, что это будет здание Лотоса. Надеюсь, вы сможете выяснить, где именно. They're going to have pre-darshan for the newly initiated devotees. Для преданных, которые недавно, которые получат инициацию на фестивале, вот для них будет здесь проходить даршан. I don't know what that means, but you know, that's what they told me. Я не знаю, что это значит, но это то, что мне сказали. And tonight I get back my 2 hours of kirtan. From 5 to 7, I non-stop kirtan. И сегодня мне вернули двухчасовой киртан на нон-стопе с 5 до 7. Anybody's interested? Поэтому, если кому-то интересно. You probably you're already thinking maybe you should shut up and sing instead. Возможно, вы думаете, может, ему пора уже заткнуться и попеть? Okay, we have 5 more minutes. Let's take one more question. У нас есть 5 минут. Еще один вопрос. How do I look at a beautiful Mataji like a mother? How do I look at a beautiful Mataji like I look at as a mother? Okay, let's say you meet a friend of yours. Например, вы встретили друга. And he has a beautiful wife. И у него есть красивая жена. Do you look at her with lust? Вы будете на неё смотреть с вожделением? Do you use any technique to kind of divert your mind from thinking she should be mine? Будете ли вы использовать какие-то техники, чтобы объяснить вашему уму, что она не моя? You do. Да, будете. You control yourself. Вы себя контролируете. Well, all the beautiful Matajis belong to Krishna.
Все красивые матрицы принадлежат Кришне. So control yourself. Поэтому контролируйте себя. They're already taken, all of them. Все, они уже заняты. Все. And we're not the body. Мы не являемся телом. So if you look at women as objects of attraction, you will become one. Поэтому если вы будете смотреть на женщин как на объект для привлечения, то вы станете женщиной. You will become a girl. Вы станете девушкой. And people look with lust at you. И люди с вожделением будут смотреть на вас. That's disgusting. Вот это вот отвратительно. Yeah. That is horrible. Это ужасно. Imagine, wherever you go, people look at your body. Вы только представьте себе, куда бы вы ни отправились, все пялятся на ваше тело. And if that doesn't work, если это не сработает, I don't recommend this. Этого я, конечно, не рекомендую. We are among friends, so I must say it. Но мы все-таки в кругу друзей, поэтому я это скажу. Some brahmacharis use this technique. Некоторые брахмачари используют эту технику. Women are men that were lusty into the body of women. Женщины — это мужчины, которые питали похотливые желания в теле, которые были похотливыми мужчинами до этого. Whether it's true or not, it doesn't matter. Правда это или нет, это уже не так важно. Look at women as if they were men in women's bodies. Просто смотрите на женщин, как будто это мужчины, как будто это мужчины в женских телах. Maybe that will work. Может быть, это вам поможет. Let a woman ask a question. I know I'm gonna get beaten for this. Давайте мы дадим возможность женщинам задать вопрос. Не хочу, чтобы меня за это поколотили. You can ask them then. Loud. Громко. Скажите, пожалуйста, вот когда наступает, я понимаю, что я не тело, я душа, но вот, скажем, в моем опыте, у меня 8 лет, мое тело проявляет некое какое-то силы. Вроде как живешь, но не совсем. Состояние, как будто ты где-то завис, постоянно спишь, и так вот глядываешь, что происходит. Все попытки расти духовно, ну, чувствуешь такую боль, что ты не идешь, как бы застрял, но очень рвется к этому сердцу. Но что, знаете, какой-то ключик можно перекрыть поток этого бессилия. Слышали вопрос? Да. I know that we are not a body, but still, for about 8 years, I feel like I've been asleep, although like I exist, but at the same time, it's like I just observe everything from a very sleepy state, and it's very difficult for me to do any spiritual advancement at all. So maybe, you know, some switch that can turn on, and then everything will go away, so that not to be hanging up somewhere. You know my wife? Знаете мою жену? You should leave her. Вам надо с ней повстречаться. Yeah. How do I meet her? Radha Vidhani is right behind me. Она прямо за вами. She knows my wife. Вот эта преданная знает мою жену. Ask her to introduce you to her. Попросите эту матаджи, чтобы она представила вас моей жене. She's a very nice girl. Очень хорошая. And you should ask her. Надо попросить ее. Простите ее об этом. She's a nice girl. Она замечательная преданная. Way better than me. Намного лучше, чем я. I'm not a devotee. А я вообще не преданный. You can see that. По мне это видно. Yeah. She's a devotee. А вот она преданная. Yeah. So ask my wife. Поэтому спросите об этом мою жену. All of you. If you wanna meet a very nice devotee in a woman's body, meet my wife. Всем вам, кому интересно повстречаться с... She knows it too. С очень хорошей и преданной в женском теле, вам надо обратиться к моей жене. Yeah, she's a very nice girl. Да, мы знаем ее, она замечательная и преданная. She can help you more than I can. Она может вам помочь больше, чем я. There was someone else that wanted to ask a question, but she left. She was raising both hands. Кто-то еще хотел задать вопрос, две руки поднимаю. Ну, ушла, да? You have to make it really short because we have to empty the room. И на, ну, пожалуйста, если можно задавать вопрос побыстрее, потому что нам пора освобождать помещение. Есть ли возможность получать
Is there an opportunity to get your instructions from somewhere else, like by we have internet now, or from the personal association? I created a website for devotees to download kirtans and lectures, listen, stream, or download for free. Я создал веб-сайт, на котором размещаю свои лекции и киртаны, которые вы можете бесплатно слушать или скачивать. You know my name? Знаете, как меня зовут? Точка.com. Anything else today? На сегодня есть еще какие-то вопросы? Вы уже задавали вопрос. Someone who hasn't asked a question. Кто-то, кто еще не задал вопрос. You ask. Вы тоже задавали. Okay. Well, we have to leave. So, we'll meet tomorrow. Тогда встретимся с вами завтра, на этом не нужно заканчивать. Слава Богу. And at the Lotus Building at the same time. В здании Лотоса в то же время. Please excuse me if I ever offended anyone. It was not my intention. Пожалуйста, простите, если я кого-то оскорбил, я не хотел этого делать. Always be Hare Krishna. Все славы Шри Прабхупаде.